Всем привет, дорогой зритель! У нас Этерниум, с вами Борода и канал Нинави. Сегодня мы проходим седьмое испытание, которое называется Правосудие. Давайте-ка посмотрим, что нас ждет в Правосудии. И сможем ли мы его осилить? Как вы помните, в прошлый раз, когда мы проходили шестое испытание, мы умерли целых три раза. Так что здесь, я думаю, будет посложнее. Особенно, когда я вижу, что они даже не дамажатся, зато я умираю от обычного моба. Это будет крайне сложно, как мне кажется. Я надеюсь, что осилим. Так что давай, помогай. Так, первая смерть пошла. Делаем ставки. Сколько мне раз придется умереть, чтобы пройти этот этап и найти своего босса. Так, хорошо. Я помню, что мне нужно взять один уровень. Либо один, либо два. Вот это сейчас вопрос очень важный. Потому что если один, то я уже его взял. И по идее я могу вернуться и найти. Так, а давайте посмотрим. Здесь я не... Ага, у нас проблемка. Здесь я не могу открыть портал. Еще и много так заагрил на себя. Тихо. Это нормально. Это мы будем сейчас так часто умирать. Так, два раза умерли. Хорошо, поехали дальше. Отойдем, пожалуй. Где мои ударные волны? Есть такой вопрос? Вот, прошла ударная волна, но я все равно умираю. Четыре раза. Пошли дальше. Ударные волны что-то в этот раз мне вообще не помогают. Я просто не могу затащить обычных мобов. Это жесть. У них очень большой дамаг. Так, отлично, прошла волна. Хорошо. Это великолепно. Так, у меня навык качнулся. Нет, не качнулся. Что-то седьмого уровня прошло, я видел. Так, какой-то эффект пошел или что это? Что это у нас за эффект? Что-то прошло, что-то прокачалось, но я не сильно понял, что. Так, отойду. Там кучу всего накидали. Тихо, волна. Волны проходят, но они даже от волны не умирают. То есть тысячный процент дамага все равно не помогает. Это жесть. Что я могу сказать? Отойдем. Сменим позицию. Плюс того, что играешь за мага, ты хотя бы можешь играть с дистанции. Но дистанция тебя не всегда спасает, особенно когда мобы спавнятся просто отовсюду. И у меня есть привычка почему-то всех сразу же агрить. Так, отойдем. Хорошо, пускай они морозятся. Я сбился со счета, по-моему, это был шестой раз, да, когда я умер. Но это не точно. Очень сильны стражи-скелеты. Прям кардинально тяжело его пройти. Он меня сносит, сносит и сносит. Вот такое впечатление, что каждый здесь присутствующий моб это уже босс. Понимаешь? То есть, насколько я иду не по уровню. Но при этом мне все-таки получается проходить. Да, пускай это медленнее обычного, но получается. Плюс, тяжело, и это небольшой контент для вас. Поэтому неплохо, я думаю. Так, сожжем. Сколько у меня наносит? И там прописывает или нет? Стоп, не сюда. Сколько наносит этот... 520% к оружейному урону. Ну, то есть, где-то 40 тысяч, вот как и пишет, проходит у меня. Вот 57 тысяч там проходит. Это неплохо. Восьмой раз умер. Так, хорошо.
Да умри уже ты. Смотри, сейчас я умру. Это плюс еще же вампиризм действует. Не забывайте об вампиризме. Он-то тоже рабочий. И тоже неплох. Отойдем. Хорошо. Хорошо. Волны проходят, и они даже дистанционно пролетают и немного дамажат. Вот, кстати, я не знал, что нельзя выходить из испытания на портале. Это, кстати, плохо, потому что мы бы, скорее всего, смогли бы получить новую вещь. Так, ну вот сейчас так точно, у меня уже 46 уровень. И там посох приносит плюс 3000% дамага, что в два раза круче, чем то, что у меня сейчас. Ну, вот-вот уже сейчас должен... Так, 9-й раз умер. К сравнению, в 6-м испытании мы умерли всего 3 раза. Представляете? То есть, разрыв в одно испытание, а дамаг разнится просто жесть. А тут еще все лучники, это трэш. Просто трэш. Так, иммунитет пошел, это хорошо. Одиннадцать раз. Вроде и иммунитетка проходит, а все равно не помогает, понимаешь? Ты смотри. Ну просто столько дамага там летит. Поехали. Хорошо. Ну вот с минуты на минуту сейчас босс выпрыгнет. Мне надо по максимуму зачистить локи. Иначе с этими мобами, которые дамажат так же, как босс, мне его никогда не убить. Так хотя бы, может, понемногу мы напекаем ему, и он слетит. Так, хорошо. Ждем, ждем, ждем. Сейчас выскочит. 70 уровень на минуточку у этих мобов. Соответственно, я понимаю, почему мне так сложно их выносить. Когда у меня 46-й апнулся только тут. А у моих помощников только по 41-му уровню. Уровень разницей в 30, это, естественно, тяжело. Поэтому это многое объясняет. Так, хорошо. Так, здесь все. Сейчас вот в этой стороне, скорее всего, он и заспавнится. Еще и болото. На болотах так неудобно играть. Это трэш. Мне вообще не нравится. Вот, дракон, это жесть. Все. Ребята, это надолго. Мы умерли 11 раз, играя просто против мобов. То я вам отвечаю, здесь мы будем умирать много, очень-очень много. Ну и его очень сложно убивать. Ты забей просто. Это одно попадание, и ты умираешь. Я тебе гарантирую. Вот сейчас иммунитет работает, это просто, я не знаю, спасает неимоверно. А без иммунитета ты умрешь сразу же. Ай, пламя. Тихо. От пламени убегаешь просто сразу же. Нету смысла вообще пытаться как-то противостоять ему. Потому что там неимоверный дамаг идет. Все, я умер. Так, на боссе. Смерть номер один. Поехали дальше. Вы просто посмотрите, сколько мы ему сбили хп. Ну вот о чем речь может идти, да? Правильно? Просто о чем может идти речь, если ты ему столько сбиваешь? Это жестко. Но мы должны его убить. Я потратил ключ, камон. Я не буду уходить отсюда из-за того, что мне очень тяжело его убить. Тем более, что я рассчитывал на это. Я предполагал, что так может быть.
Так, 4 раза умер. Пока терпимо. У него еще и хп восстановилось немного. Больше бы крита проходило, было бы просто великолепно. А так крит почти не входит. Так, иммунка пошла, это хорошо. Так, немного он поспал у меня только что. Так, я встал, пошел дальше бить его. Отошел. Заморозочка. Ай, пламя отходим. Кидаем еще, давай еще заморозочку. Волна не проходит по нему тоже, понимаешь? Вот в чем моя проблема. Почему по ним не проходит волна? Мне самое главное вовремя, получается, начать его обратно дамажить, чтобы он не отхилил себе все хп. Потому что если он HP себе отхилит, то все. Тогда ни на что можно не рассчитывать. Так, пошли, пошли, пошли навыки. Давай, давай, давай. Я вроде бы себе все навыки пооткрывал, но это все равно не спасает. Мне кажется, это бой вечности. На 40 уровне убивать босса 70 левела, это, конечно, что-то с чем-то. Это только я так могу, я вам серьезно говорю. Я умер. Под пламя подстав. Подставил себя под пламя. Это мой косяк сейчас был. Жесткий. Завтыкал. Попытался отбежать, но уже было поздно просто. Так, не кусай меня, слушай. Да отстань ты от меня, боже мой. Чё пристал, слушай. Мы ему сбили только 20%. Конечно, это мало. Да за шо? Как можно так часто умирать? Я не понимаю. Я вроде и у ворота делаю, все делаю, потею тут как чертяка. Так, яблочко скушал и все равно умер, понимаешь? Ну что за жизнь? Так, тихо, засоси. Засоси его, пожалуйста. У меня такое впечатление, что мои навыки ему вообще дамага не наносят, и я ему сбиваю хп только с помощью своих обычных ударов. Возможно, мне просто обычные удары наносить, и все. Это будет гораздо эффективнее. Я и смогу уворачиваться себе нормально. Не? Что думаете? Так, баночку. Я там баночку только что сожрал. Нормально. Так, пускай он у меня поспит сейчас. Это конченое поджигание его, оно меня раздражает. Потому что оно все равно тебя дамажит в любом случае. И вот сейчас я его до половины добил, и обратно смотри, сколько откатило. Хотя я моментально на него напал. Чем больше я раз умираю подряд, тем больше он восстанавливает себе хп, понимаешь? Но не умирать я не могу вообще. Вот перед прошлой смертью была неплохая ходочка против него. Мы ему достаточно много сбили таки. Еще ж проблема в том, что, понимаешь, его навык далеко достает в любом случае. То есть даже несмотря на то, что вот я буду уворачиваться от всего этого, он все равно дамажит меня. Хотя я отхожу достаточно прилично. Еще я не успеваю следить, какие навыки у меня восстанавливаются. И бывает, просто 500 раз жму одно и то же. Нет, 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 нет. Вот это я херню сделал только что, мужики. Боже мой. Я загрел на себя мобов.
При том, что у меня сейчас так хорошо все идет. Я взял и заграл на себя блядских мобов. И они еще и не откатились сейчас. И идут дальше. Хотя я умер. Они должны были откатить. Я был достаточно далеко. Какого хрена они вообще на меня сейчас пошли, я не понимаю. Это очень плохо. Дерьмово. Так, подтянул. Сбил его. Я только что его сбил. Хорошо. Ну, я успел хил нажать, он не захилил. Я серьезно говорю, я успел нажать тогда хил. Так, вот там и стой. Нехрен тебе сюда идти, я тебе отвечаю. Там и будь, я тебе говорю. Все. Твое место там. Ну и зачем ты ко мне пришел сюда? Я тебе сказал, там стой, козел. Яблок нету, ничего нету. Ну, в смысле, оно есть, но оно не хилит сейчас. Тихо, пламя, пламя, пламя. А что, ты прилетишь сюда или нет? Или тебе страшно? Ладно, я пойду к тебе. Так уж и быть. Да сука! Как же ж ты меня бесишь? Че я сейчас умер? Есть у кого-то вопрос? С ответом желательно. Почему я только что умер? Типа он иногда псешит и очень сильно критует, получается. Докопался, докопался. Смотри, начинает за мной бегать. Псешит. Но я его почти сбил. Надо попытаться дотянуть немножечко. Я просто вижу вот это маленькое количество хп, которое у него остается. Я начинаю умирать из-за этого. Оно меня расслабляет, понимаешь? Вот в чем хрень. Так, Маркус, давай-ка ты его собьешь, пожалуйста. Было, было, я видел. Так, хилочку. А мне еще хилочку. Ай-яй-яй, тихо. Иммунка пошла. Давай, на иммуночке его можно добить. Я это чувствую. На иммуночке его прям можно добивать. Меня оглушил! Все, я умираю. Нет, я успел. Балдеж. Оглушил крыльями своими, прикинь. Это первый раз такое. Типа он и так слаб, знаешь, давай ему еще оглушалку поставим. Это же всего-навсего дракон-босс, который попадает каким-то образом в меня, когда я стою хрен знает где. Элиза, ты не хочешь меня похилить? Слушай, мне бы прям вот не помешало бы это сейчас. У него так мало хп. Просто на пол шишечки его осталось побить, и все. Да, в этот раз испытание вышло посложнее. Это действительно испытание. Во всей своей красе. Такое, каким оно должно, типа, быть. Понимаешь? Интересно, насколько сильно я его вообще дамажу огнем? Типа, он же сам дамажит меня огнем. И его дамаг явно поярче, нежели то, что наносит мне он. Наношу ему я. Я уже второй раз дохожу до вот этого этапа, что у него там остается на буквально 10 ударов. Бью без навыка, проверяй, все. Просто дамажу. Мне кажется, так будет проще. Ну, если не умирать, конечно же, ты же понимаешь. Потому что если умирать, то, понятно, проще не будет.
Учитывая то, что я умираю, то это дерьмово. Он себе восстановил еще больше хп, чем у него было до этого. Какие идеи могут быть? Неужели придется все-таки сдаваться? Потому что у него сейчас все хп восстановится, смотри. Ну получается, да. Получается, все-таки не тяну. Сейчас он себе восстановит полностью все хп. То есть я его два раза почти добиваю. Но он при этом все равно себе восстанавливает все хп. Просто поджигая меня, понимаешь? То есть он даже не попадает по мне постоянно. Но он меня просто поджигает, и я начинаю умирать. Вот, началось. Опять меня поджег. Все, я горю. Пожалуйста, все. То есть, поджигает, и тебе жопа. То есть, ну как ты его сможешь тушить себя? Нельзя никак. Давай, мужик, ты можешь. Сейчас попробую поменять стратегию, наоборот, буду юзать только навыки. Да сдохни ты. У тебя там... Да! Мы смогли, мужики. Мы это сделали. Фух. Давайте посмотрим, что нам за него дали. Так, я вижу брелочек новый. Морозный брелок. Редкий. Плюс 9,3 урона магии льда и 56 к живучести. Ну, у меня вот этот вот слабенький, наверное, да? Или этот, вот этот, наверное, будет похуже. Нельзя? Почему нельзя? Здесь нельзя, все, я понял, окей. Выходим. Выходим, давайте посмотрим, что будет. Так, нет, слушай, здесь урона много списало. А если сюда поставить? 507, ну плюс 10 тысяч к стойкости. Ладно, хорошо, так пойдет. А, сапоги это будут похуже. Эти сапоги будут получше, но я не могу их надеть. Это корона. Ну, кстати... Не знаю, сомнительно. Если бы у меня был комплект, возможно. А что это за комплект? А, так, регалии владыки стихий. Но, наверное, у меня здесь вещи не на владыку стихий. Не. Ну, соответственно, то есть бессмысленно как-то получилось. Так. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться на канал и забегать на стримы. Всем спасибо, пока-пока.